Здравствуйте, друзья. Мы сейчас находимся в Астане. Хочу показать немного город, снять, чтобы для тех, кто еще здесь не был. Это, я так понимаю, Казмунайгаз. Вон там Ханшатыр торчит сзади. Вот. Тут небоскребы астанинские. Водно-зеленый бульвар, почему-то вот это называется. А вот наша достопримечательность Байтерек. Яйцо, Кируен, фонтан. Вот. Посмотрим. Я буду снимать города, куда буду приезжать. Понемногу, чтобы вы смотрели и отслеживали. И выкладывать потихоньку в YouTube. Нет. Лошади. Город относительно молодой, поэтому здесь стройки постоянно ведутся. Ну, там сзади Акарда. До туда мы, наверное, не достанем, но сейчас посмотрим. Чтобы было немного хотя бы видно. Вот отсюда, наверное, будет видно Акарду. Так, это вот Байтерек. Вот здесь сидит наш президент, работает вот в этом здании. Город люблю, Астану. Единственное, здесь косяк — это погода. Город реально находится в степи, прям постоянные ветра. Ну, суровый климат, конечно, здесь. Сегодня не могу привыкнуть. Сейчас я в куртке, в которой хожу, это лыжный костюм зимний. Здесь я понял, что это как весенняя курточка такая легенькая. И поэтому в этом году я себе коляску купил и, в принципе, нормально здесь зимой ходил. А в лыжном костюме здесь не вариант находиться, какой бы он инновационный ни был. Потому что минус 30 с ветром, 20 метров в секунду, это, конечно, жестко. Нет. Поэтому не верьте продавцам, которые говорят, что лыжный костюм выдержит минус там 20, минус 30 температуру. Он не выдерживает. Всадник. Еще раз давайте вот так. Чух. Чух. Еще раз Байтерек. Чух. Вот так. И все, всем пока-пока.